незаконного полицейского рейда на гостиницу Овертаун пятеро подозреваемых погибли, и один находится под стражей. На этой неделе это уже четвертый связанный с наркотиками случай явного проявления жестокости в Майами. Мы попросили Джулиана Доуза, капитана отдела расследований, прокомментировать ситуацию. Расследование еще не завершено. То есть без комментариев, сэр! Расследование еще не завершено. Вот мой комментарий. Если бы не было комментариев, я бы так и сказал. Без комментариев. Где все, черт побери? Нарковойна, сэр. По телевизору видел. Похоже, снова 80-е пришли. Надену свой белый льняной костюм, закатай рукава. Надеюсь, с розовой футболкой. А пока, Стоддарт, спецзадание тебе. Детективы Мендоза и Дау, зайдите ко мне. Вы знаете друг друга? Типа того. Отлично. Будете напарниками. Присядьте. Мендоза, ты обнаружил сегодня несколько килограммов кокаина. Поздравляю. Вот скажи, почему на пакеты ставят штампы? Метка изготовителя. Означает, что пакет не вскрывали после упаковывания. Верно. А штамп твоего кокаина нам раньше не попадался. Судя по всему, твоя находка дня от Тайсона Лэшфорда, с которым детектив Дао уже пересекалась несколько раз. Я хочу, чтобы вы на пару ввели его в курс дела. Сэр, последний рейд Мендозы, без обид, был полной катастрофой. Вы хорошо сработаетесь. Свободны. Между прочим, я следил за Стоддартом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал... Так что там с Тайсоном Лэтчфордом? Его когти для богачей, те, кто не разбирается в нем. А те, которых ты накрыл, Тайсон уже не в их компании. Но иногда его старым дружкам-жуликам перепадает халява от него. Так, может, найдем какого-нибудь? Ты читаешь мои мысли, детектив. Так что будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Можешь не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. Это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Разгребаем дерьмо. Стоддарт про тебя так говорил. Что говорил? Что ты обожаешь. У вашей машины грязное окно. Давайте я помою его. Не брызгай на о, стекло. О, господи. Эй! Ладно, ладно. Эй, эй, а может, отдадите, может, дадите мне хоть $5? Ладно. Знаю. Просто вы таких, как извини, я, капиталистами парень, называете. Не на моем дежурстве. Ладно. Хорошо. Следите за порядком на районе, офицер. Берегите себя. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Из грязи в князи, значит? Дай-ка догадаюсь. С южного побережья? Не, из Лос-Анджелеса. Округ Ориндж. А, то есть из князи в грязи. Ага, типа того. Что это? Наверное, конфискация наркотиков. Я не согласен на обыск. У меня достаточное основание, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакса. Нашел у него хот-шот. Весь багажник забит этим дерьмом. Эй, Хакс, где твой друг Тэп? Не знаю. Тэпа ищете? Ага, видел его? Не, но видел его, Карифана Брикса, вместе с шайкой Тэпа, на 12-й улице. Спасибо, Гусман, выручил. Отлично, детектив. Это мой дом! Но что я сделаю, если она все пишет и пишет мне? Так, ты вырос здесь, но родился не в Майами, получается. Ага, в Гаване. Да? Как выбрался оттуда? С матерью. Она женщина упертая. А что с отцом? Не знаю. Не видел его лет 20. Мы старались убраться от него подальше. Он все еще на Кубе? Возможно, уже умер. Меня бы это вполне устроило. Какой ты добрый. Зато он был непонятно кем. Выдали запретительное предписание.
задание. Потому что у меня нет подтверждения оказания услуг. Так откуда бы у меня взялось это чертово подтверждение, если я даже не знаю, где это... Черт! Пошел ты! Эй, притормози! Окей. У вас проблема, мэм? Долбаная крышка, не подходит. Ладно, хорошего вечера, мэм. Иди нахрен. Хочешь, чтобы я вызвала подкрепление, Мендоза? Ага. КП, наверное, группу спецназа отправит. На полицейской тачке весь район распугаем. Пошли пешком. Это 13-й. Мы выходим из машины. Город отсек бедный район, поэтому отсюда только один выход. Это только раздражает людей. Тот, кого мы ищем, обычно околачивается здесь. Понимаю, ты знаешь район. Ага, только не был здесь давно уже. Пойду за тобой. Черт! А он у тебя на побегушках, офицер? Томас, не заставляй меня шмонать твои мешки. Ты-то, конечно. Я знаю, что найду там. Робин, угомони его и засунь это в пакет. Вот только никакого пакета у меня нет. Ну нет у меня пакета. И сиди хоть час, если хочешь. Давай, чувак. Смотри, давай. Он Брикс. До свидания, что ли? Осторожнее, Мендоза. Давай. Он непредсказуем. Чувак, ты все время куда-то торопишься. Пойдешь первым. Видишь? Он меня знает. Да я говорю тебе, мы сможем. Как будто 100 раз делали уже. Вы понимаете? Стоять! Тебе какого хрена надо? Полиция Майами. Хотим задать пару вопросов. Эй, детектив, это кто еще? Это мой новый напарник, Брикс. Играем тут в плохого и очень плохого копа. Где твой друг Теб? Пошел ты нахрен, чувак. Ладно, включай очень плохого копа. Ник, бери его. Говори, где Теб, и мы уйдем. Служи и защищай меня, чувак. Да он зависает сегодня. Это все, что я хотела услышать. Погнали, Мендоза. Вам это с рук не сойдет. Я знаю свои права. Эй, мы просто возьмем и оставим его тут? Уверена, что это умное решение? Нет, но я уверена, что он пытался убить одного из нас. В прошлом году. К черту его. Давай, Теб в районе Аркола. Он там задерживаться не будет. Вот черт, там люди Теба. Они не должны догадаться, что мы идем за мной. За мной. Давай сюда. Эй, напарник, ты же никому не расскажешь, что мы сделали это. Что сделали, детектив? Молодец. Пошли.
Так, так. Хай, давай сюда. Спасибо. Кстати, извини, что назвала работу с тобой полной катастрофой. Неловко вышло. Но ты даже не подал виду. Стоддарт, что ты про него думаешь? Мы недолго с ним напарниками были. Стоддарт, лавочник Бугай. А весь мир его посудная лавка. Помни, это территория Тепа. Если кто-нибудь заметит нас, ему скажут, что мы идем. Нам нельзя светиться. Ладно. В смысле, строю я все? Ага, строишь. Ну и что ты скажешь? Так. На то, что я выиграл? Ты знаешь, что у меня? Да ни хрена ты не знаешь. Ну, чего ты сразу так? Ладно, смотри, как я тебя сделаю. Хватит ныть, давай играй. Вот поэтому твоя двадцатка теперь у меня. Давай полсос сделаем. Повторить не хочешь? Ладно, вот так-то. Черт, он мешает нам. Брось что-нибудь, чтобы отвлечь его. Супер. Что там опять? Дэрил? Как будто что-то с крыши рухнуло. Если кондиционер навернется, то я останусь с сестрой. Если он навернется, я с ним разберусь. Мы уже на подходе. Мы не сможем просто так проскользнуть мимо этих двоих. Можешь разделить их? Ладно, я разберусь. Никогда не станет прессовать. А я говорю, это хер... Заткнись ты хоть на секунду, дай послушай. Привет, Тэп. Не надо бежать, все равно догоню. Мы ищем Тайсона. Ты ее новый напарник? Она уже опробовала на тебе свое карате. Я занимаюсь крафмагой. Карате – это сказочная чушь. Опасная штучка. Тэп и Тайсон выросли вместе. Белые парни, любители приключений. Тэп остался здесь, а Тайсон уехал навсегда. Вставай. Руки за голову. Эй, Тэп, где Тайсон? Полно народу ищет Тайсона. Новости же, смотрите? Чувак залег на дно. Сейчас в этой игре не так долго живут. Да, мы надеялись, ты просветишь нас. Мне столько не платят, Фидель! Ник, забирай его. Я думал, ты не пойдешь на это. Клянусь, вы копы еще пожалеете! Ага, а то как же. Так. Я в шоке, чувак. А, у меня есть подписка на это. Я знаю, на тебя выдавали ордера. Я знаю, ты хранишь свой кокс за углом под мусорным баком. Я знаю тот мелкий, который только что свалил отсюда. Наверное, побежал доставать его. И этот паренек реально еще маленький для этой херни. Поэтому тебя надо упаковать. И мы упакуем тебя. Что тебе надо от меня? Эй, наушник подходит? Да, подходит. А провод? Скажи что-нибудь.
Стукач Бенедикт Арнольд. Эй, тупица, ты не Бенедикт Арнольд, и это не стукачество. Зайди внутрь, проверь, там ли Тайсон, и вали оттуда. Звучит так просто. А что тогда сам не сделаешь? Ник, просканируй и найди Тэпа. Твой сканер подключается к любой локальной федеральной базе. Последнее слово техники. Только зацените этот кусок дерьма. Следи за ним по сканеру и смотри, чтобы он не налажал. Тайсона ищут. Тайсону пора завязывать возиться с ушлепом. Чувак, Тайсона ищу. Тайсона? Его не просто найти, чувак. Да ладно вам, подсобите другу. Братан, иди домой. Слышь, мне надо увидеть Тайсона. Ну ладно, сопли только подбери, братан. Да, да. Пусть идет. Мы внутри. Давай, Тэп, веди нас к Тайсону. Никого из них не узнаю. Сканируй дальше. Нужно выяснить, кого мы высматриваем. Эта штука оснащена направленным микрофоном. Сканируй и слушай. Штырь, чуже накаляется тут обстановка. Тайсон здесь или нет? Ага, скоро побеседуем. Понял. Мы хотим лезть на рожон. Мы туда не хотим. Тайсон там. У тебя 5 минут. Все, что нужно. Тэп, что ты здесь делаешь? Это Тайсон. Сканируй его. Интересно. Нам нужно доказательство, может, что он был здесь. Черт, Тайсона не видно. Может, он собирается уходить? Я просто делаю то, что делаю. Не надо здесь ошиваться и меня искать. Тут небезопасно. Тайсон, всего одну. Ну, пожалуйста. Присядь. Посмотрим, что можно сделать. Ладно? Но проблему. Вообще не вопрос. Черт! Ого! Ну-ка, стой! Это кто еще такие? Без понятия. Что задумала? Воу-воу-воу! Разберись, чувак! Сканируй всех, кого только сможешь! О, черт, они за Тайсоном пришли. Давай, нужно вытащить его, быстрее. КП, это 13-й. Здесь стрельба, мы тоже вступаем в бой. Мендоза, подозреваемые перестрелки на 3-й и 33-й улицах. Всем внимание. Быстрее. Кто эти ушли? Я тебя прикрою, арестовывай их. Я слышал, Нельс нанял команду из Хуареса. Из Хуареса? Думаю...
Шнельс притащит подонка... Замри! Что это за чуваки там стреляют? Не знаю. Наверное, такие же психи, которые обстреливают каждый патруль в городе. Ай, жених, наручники его. Вот херня. Чёртовы копы! Хай! Прикрываю. Давай в наручники того парня с ордерами. Наш клиент. Ты был прав. Этот стукач Штеп привел нас прямо к нему. Отлично, Мендоза. КП, отправляйте машину. Готово. Давай наверх. Тайсон где-то рядом. Дерьмо, блин! Эй! Этот готов! Молодец.
Помни, если эта штука жужжит, улетит где-то рядом. Посмотрим, есть ли что-то на Тайсона. Ник, проверь, что тут. Нашла Тайсона. Какого хрена? Хай, смотри. Тайсона тут и не было. Это видеочат. Черт. Мы можем подключиться снова? Вот дерьмо. Вы, копы, привели их прямо туда, да? Извини, но ты тот ублюдок, которого они пытались грохнуть. Привет, Тайсон. Вот черт! Опять ты! Эй, твой приятель Тэп исчез. Думаю, всех твоих дружков завалили. Вот дерьмо! Слушай, это не мои дружки. Временами толкаю им товар. Кто пытается тебя грохнуть, Тайсон? Уж точно не те, про которых сообщают заранее. Скажи, где ты? Мы можем защитить тебя. Извини, но я как-то сомневаюсь в этом. Вот дерьмо. Что дальше? Тайсон покойник. Если мы не придем к нему первыми. КП, это 13-й. Нам нужна трассировка исходящего IP-соединения. 13-й. Отслеживаем. Мы подключились. Дайте нам несколько минут, 13-й. Вас поняли. Пошли. Им надо несколько минут, а то и больше. Так, мы знаем, что делал Тайсон. Но понятия не имеем, где он. Ищите ушлепка! Черт! Мендоза, надо выбираться отсюда! Да? Кто-нибудь видел твоих копов? Нельзя, чтобы полиция сюда совалась. Эй, нам лучше двигать, пока другие не пришли. Хороший вопрос. Может, самому надо убирать после работы? А надо обговаривать дома. Какую одежду не наденешь, любая придет в негодность. Поэтому лучше надевать старье и не париться, что он испачкается. Какого хрена? Что это было? Что? Что-то и стряслось. И что теперь? Эй, там проверили? Нужно проверить. Пристрели его! Проверьте там! Смотрите там!
Смотрите везде! Проверьте тут все. Это 13-й. У нас полно вооруженных подозреваемых. Ясно, 13-й. Осторожней там. Черт, кровните его! Берегись! Пристрели его! Многочисленные сообщения о стрельбе. Всем 10:49. Ник, давай в тачку! Быстро! Шевелись! Детектив Дау, данные с того IP получены. Спасибо, КП. Отправьте данные. Твой друг Тайсон понятия не имеет, кто к нему направляется. Отправлю воздушную группу, чтобы прочесали район. Пойдем туда, вытащим его и назад. Давай с ноги, Мендоза. Ты знаешь, что на это нужен ордер? Не ссорьтесь, мальчики. Что-то мне подсказывает, в тебе проснулись гражданские слушай, права. Слушай, мы тут не для того, чтобы арестовывать тебя. Тебе нужно идти. Быстрее. Я хоть вещи заберу. Не хочешь спросить нас, какого черта вообще происходит? Знаешь, как я провел день? С бумажками сидел. Я уже давно не шлялся по улицам. Последнее время все воюют друг с другом. Если есть плохая сторона, то я, видимо, на ней. Это все, что я знаю. Слушайте, может, обсудим это где-нибудь? Черт! Вот черт! Меня ранило! Ну как ты? Вот блин. О боже! Так, я зажму рану, ладно? Как больно! Я знаю. Держись. Мы не за тобой пришли, Хор. Я тебя не брошу. Иди нахрен. Взять Тайсона! Давай, вперед! Смотри на меня! Хай, я тут! Тогда займись ими, ладно? Вот чёрт! Хай! Хай! Да блин! Хай, держись! Она справится! Атакуйте с двух сторон! Лежать! Лежать, сказал! Эй! Мы копы! Мы копы! Она ранена! Похоже, в артерию. Повезло тебе, что кровью не истекла. Руки вверх! Быстро! И вам тоже привет. Вы его знаете, детектив? А, его? Да... Он просто с бумажками сидит.